Всем привет, с вами Зутоп Геймер, и добро пожаловать в World of Tanks Blitz. Ребята, сегодня я продолжаю играть в эту замечательную игру, стрелялочки, танчики. Ну, в общем-то, ребят, в прошлой части я прошел обучение. Ну, а сейчас и закончил эту серию о том, что, да, пытался выбрать нацию и не знал, какую мне выбрать. Я посмотрел в интернете, какую же нацию мне стоит лучше выбирать. Ну, и поэтому в сегодняшнем видеоролике я выбираю Англию, выбираю Великобританию, и прямо сейчас я... А нет, подождите, стоп, я попутал немножко. Америку я выбираю. И сейчас я продолжу играть в эту замечательную игру. Ребят, если вам нравится World of Tanks Blitz, то пишите в комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал с колокольчиком и вступать в мою телеграм-группу. Ссылка в описании. Реально вступайте, чтобы быть в курсе самых эксклюзивных новостей. Ну что же, выберите нацию, легкий танк, М2 Light Tank, и поехали. Вот реально, ребят, не забывайте ставить лайки. Отличный выбор, в ангар добавлен М2 Light Tank. Играть, поехали. Так, что сейчас будет? Синхронизация магазин. Новое достижение, превосходно. Gadget, я хотел было прочитать гаджет, но оказывается это Sajet. Наверное, даже так считается. Так, синхронизация магазин, что же будет дальше? Сейчас, наверное, меня будут учить, типа, продолжать каким-то основным моментом, типа, по вкладке в меню. Наверное, я, честно, ребят, не знаю, зашел сейчас чисто, даже... Выбирай танки. Тяжелые и неспешные. Легкие и быстрые. Реальные. И вымышленные. 8 наций. Исследуй все крутые режимы. Улетные способности. Множество наград. Вперед в бой. World of Tanks Blitz. Классное видео, окей. Чему ж... О, да, продолжается у нас обучение. Чему сейчас меня научат? Улучшите базу, используя боевой опыт. Улучшение. Так, давай нажмем. Ой, какие пролаги, когда нажимаю, это просто жесть. Улучшенная база повысит бронирование танка. Ну, это понятно, в принципе. Так, исследовать. Давайте прокачаем, чему бы нет. В улучшенную башню можно установить более мощное орудие. Так. Чтобы сделать этот модуль, нужно больше всего, больше опыта боевого. Так, хорошо. Участие в сражениях, чтобы участвовать в сражениях, чтобы заработать недостающий боевой опыт. Хорошо. Чтобы наград 10 этих жетончиков, монеточек, я не знаю, как они правильно называются. Но окей, нажму кнопочку в бой. Погнали. Рудники центр, встречный бой. Задача уничтожить танки противника или захватить базу. Такой же режим, как и был в прошлом ролике. Давайте сейчас сделаем немножко погромче, чтобы вы хорошо все слышали. Итак, так, хорошо. Бой начинается, да, вот этот. Это, конечно, звучит классно. Тут у меня сейчас какой-то самый хиленький, самый слабый танк. О, ребят, ну что вы... Они, похоже, знают, куда едут, а я не знаю, куда я еду. Они знают карту, а я нет. Поэтому чисто так поеду и надеюсь, что я смогу выцепить противника. А... Есть контакт. Так. Минус 11, что так мало, алё? А сколько у меня патрон? Что-то, а что он как... перезаряжать, что-то не могу понять. Так, давай. Вот прям башню. На. Минус 19. Минус. А, то есть у меня сразу. Сразу несколько у меня патрон. Понял. Чего? У меня гусеницы пробиты. Алло, не, погоди. Я уезжаю. Что-то я реально слишком открыто стал. Это ошибка. Поймал на ошибке. Меня реально сейчас поймают на ошибке, поэтому. Есть, хорош, минус 39. Пробитие. Есть пробитие. Отлично. Где там кто-то еще? Кто там еще есть? Кто там? Куда мы лезем, боже? Там кто-то сзади объезжает. Есть контакт. Сразу 500 пуль. О, хорош, чел меня заметил. Гусеницы повреждены. Нет, подожди, чувак, нет, я тебя сейчас уничтожу, я тебя уничтожу, брат, давай, последнюю пульку, давай. Да блин, у меня килл за тыбзели. У меня сразу поездка патрон, я вас понял. Так, брат там у нас. Давай, брат, минус 20, хорош. У меня вроде хп еще нормально, вроде живем. Давай, да я должен его убить, алё, 10 хп. Да, это наш тиммейт, брат. Нереально, у меня уже 2 килла стыбзели, ёперный балет. Что это такое? Вы что, с ума сошли, что ли? Так, братик, да брат,
Отъедь ты хоть чуть-чуть. Броня не пробита. Так, хорошо, нужно отъехать, нужно немножко отъехать. Давай, давай, давай. На, давай, давай, стреляем. Наверное, лучше в гусеницы стрелять, да? Давай, 28 хп, боже, ну не дай тебе хоть один килл. Слава богу, хоть один килл дали мне. Так, а как назад? Я хочу назад двинуться. Назад. Так, прям в башню. Рикошет, броня не пробита. Пробитие. Задержка появляется. Озвучка, ну ладно. Красные зоны пробиваются хуже всего. Это мне подсказку еще раздают, потому что я проходу попал в красную зону. Это последний противник. Алло, брат, нет. Есть! Не я его убил. Алло, но тем не менее это победа. Судя по всему, там помощь в уничтожении, если он написал. Победа, вы все-таки победили противника. Все-таки противники уничтожены. Что я читаю, я не понимаю. Обычный аккаунт. Я получил какие-то 6 медалей. Так, ну я не разбираюсь, ребят, вот реально, если вы разбираетесь больше меня, то пишите в комментариях подсказки, что вы шарите, потому что реально я не шарю. Я получаю 2000 кредитов, возвращайте в ангар, чтобы использовать полученный боевой опыт. Окейушки. Перейдите в панель улучшения, чтобы установить более мощное орудие. Ну давай установим исследовать. И нажимаю кнопку назад, и мне предлагают идти дальше. Теперь уже за 500 этих жетончиков. Эль Аламейн. Пустыня. Встречный бой. Такая же цель. Нас уничтожить всех противников. Братики, тут есть чат. Где тут? Стоп, где чат? Я забыл, где тут чат. Вот чат. Давай я им отправлю. Вот так. Я их отправил. А, по-моему... Стоп. Я, по-моему, сделал не то, что хотел. Алло, а что такое... Я такой медленный, реально? А что я такой медленный? Что за бред? Стоп, да, мы едем на противника. Все правильно. А чё реально я такой медленный? Это казалось... Лупень. Вот так я встану, просто бам! Лови аптечку. Лампочка обозначает, что вы обнаружили противника, то, что вас обнаружил противник. Давай, на. Пробил, так. Хорош. Я пер... А, тут у меня уже по одной пуле. А чё... А как это работает? Почему? Почему в какие-то моменты у меня... По несколько пуль, а сейчас... А, я типа установил другую башню, из-за этого такая она залупа. Мне не нравится эта башня, по-моему, предыдущая была лучше. Захват базы, нет! А, или это мы захват? Красный, то есть нашу базу захватывает. Где наша база? Нет, там никого нет. Стоп, а кто? Я не разбираюсь еще немножко. Пробил, есть. По одной пуле у меня... Меня дамажит. Алло, братаны, я буду левого. Я возьму левого на себя. Я возьму вот этого, потому что этот братачик что-то немножко прифигел. Давай, на. Алло, а у меня по одной пуле. Это такая залупень. Ничего себе, он быстрый. Вероятность разрыва увеличена. О нет, братик, нет. Братик, нет, я не дам тебе меня уничтожить, братик. Пышка, у меня пушка не поднимается выше. Йоу, брат, ой, хорош, все. А там слева было, что, вот этот братик, на меня братик, есть, пробитие, братик. Нет, дайте мне уехать, я не хочу умирать, я слишком слабый. Захват базы 15 секунд. А, то есть они реально могут, типа, теоретически за 15 секунд захватить базу. Дайте мне отъехать. Вот у него какая-то легкая, быстрая пушка. Давай, я заберу. Я не попал! А из-за чего? Из-за того, что у меня... Что у меня с наведением? Что у меня с пушкой? Потому что я стою на высоте. Мне нужно двинуться чуть назад, и вот так. Захват базы. То есть от нас захватывают, да? Он прям на меня едет. Ни хрена ты бучишь. Че ты бычишь, брат? Брат, брат, на, лови аптечку, 32, он то... Выведены из строя гусеницы, алло, можем ехать, давай, брат, братья мои, вот там этот фельдшер второй сзади стоит, братик, ты можешь что-нибудь сделаешь, ты можешь, а сейчас тогда быстро езжу, а что, вот то медленно езжу, то быстро, что-то вообще не пойму реально, как это устроено, так, этого братика надо снести, минус 36, минус 28, хорош, Минус 20 ему наносит урон. Давай! Он сейчас меня... Посей пульку ему, пожалуйста! Нет, стоп, я не дам тебе меня убить. Я не дам тебе, братик, меня убить. Нет, да стреляй ты, ёп! Тиммейт! Боже. За топ-геймер, ютуб плюс еще какой-то чел мы уничтожим. А, я не в ту сторону еду, я не понимаю, где я нахожусь в пространстве. А, стоп, это все? Да, это все, это победа. Все танки противника уничтожены. Превосходно. На самом деле, это реально была потная карточка. Я что-то реально ни хрена не понял, что мои тиммейты делают. Ну, то есть они что-то делают, они, похоже, что-то делают. Но что-то, да. Опыт за бой плюс 500, жетончиков, кредитов.
Итог кредитов плюс 500. Почему кредит... А, ну ладно. Хорошо, ладно. Претензий нет. Нажимаю на крестик. Для исследования танка второго уровня вам не хватает 110 единиц опыта. Так. Мне предлагают еще отправиться в бой, чтобы получить танк второго уровня. Эль-Аламейн. Город. Встречный бой. Так, чат. Чат. Давай им отправим вот туда. Захватываем базу, ё-моё. Поехали. Поехали. Так, ну здесь... А чё реально? Вот то мой танк едет слишком быстро, то слишком медленно. Я что-то вообще реально не понимаю, что с его... Я вроде сейчас его не прокачиваю, но реально какая-то хрень. Почему в начале катки он в прошлый ехал довольно медленно, а потом под конец стал ехать быстро? Либо мне просто кажется, либо я чего-то, может быть, не понимаю. Нас запалили, братья мои. Братья мои, их запалили, показывает желтая лампочка. Давай, давай, давайте все вместе на одного. Да ёпта, достаньте вы, плиз. Нормально. Попал, броня не пробита. Так. Минус 30, это мой урон. Вот там дальний мудак стоит, что-то он там выцеливает кого-то. Что-то он там... Похоже, он не за нас. Давай... А, это чат обычный. А чат быстрых команд. Защищаем. Держим позиции, ё-моё, тиммейты. Никто больше, кстати, в чате вообще не пишет. То есть это как-то странно, непонятно. Да, ой, брат, брат не ездит так. Он, наверное, ездит. О, минус 89, вот, и вот я правильно стреляю. Давай, давай, давай. А, он хороший, уничтожили. Так, наши братья живы, наши братья и сестры живы. Алло. Братья, блин, ну что вы делаете? У меня есть какая-то экстренная аптечка, но я ее не использую. Потому что в этом не вижу никакой необходимости. Минус 39 или минус 62, я не пойму. Похоже, видимо, способ действия все-таки был это со стороны противника. Противника наш такой... О, то есть тиммейт наш. Нанес такой урон. Нас захватывают. Так, стоп. Я опять нахожусь не в той плоскости. Опять нахожусь не в той плоскости. А, то есть вот они это и делают. Они захватывают центр. Да, я заберу его. Я. Есть, да. Хорош. Ну, получается, это последний противник. 5 секунд, и все, и мы победили, мы захватили базу. Ой, я по трупу стрелял случайно. Ладно, бывает. Он же сгорел, почернел. Так, братик там наш последний. Минус 31. Вот тоже оранжевки, это мой урон. Я это понял только на второй серии. Угу. Минус прям по башке 53. Ай, стоп, это не мой урон. Да я. Я уничтожил. Готов. Заход базы, но мы вроде победили, да? И это победа. Все танки противника уничтожены, превосходно, превосходно, сейчас смогу прокачать свой танк дальше. Да, смогу же ведь? Смогу, по идее. Быстрые награды. Быстрые награды, появляйтесь, что-то реально, эта анимация наград крайне долгая. 17 тысяч кредитов, по-моему, это много, по-моему, если не ошибаюсь, это реально много. Вы, ребята, кстати, подсказывайте мне в комментариях, потому что реально я не шар вообще. Исследуйте танк второго уровня. Танк М3 Стюарт, давай исследуем. Купите так, чтобы добавить его в ангар. Всего 1200, а я получил 17 тысяч за последнюю катку. К танку. Так. Победите, проведите бой на танке второго уровня. Ну давайте, ребята, я думаю, пройдем этот финальный бой. И ролик буду подводить к своему логическому завершению. Кстати, реально, телефон у меня сейчас прям очень сильно нагрелся. Могу заметить. Режим боя обычный. Ваш танк, танки по уровню, танки по типу. Тут, на самом деле, реально надо разбираться. Эшелон, станция, встречный бой. Задача уничтожить все танки противника. Давайте мы отправим... Так точно, ё-моё. Отправляем и едем. Поехали. Едем прямо... О, вот этот танк реально порезвее. Вот этот танк реально побыстрее. Мне это уже нравится. М2 Стюарт. Так и запомним. Хорошо. Но я не буду глубоко лезть. Я просто стану где-то вот так, наверное. Наверное. Вот я вижу белый флаг. Вот они, вон они, вон они, вон они. На! Пробил, минус 52, вот, здесь уже урон. Мне нравится, а вот это мне не нравится, что я один. Братья, братья и сестры, братья, брат. Я моему братику загородил путь. На, давай. Я не попал. Моя вышка, но моя мушка не смогла навестись. Жесть. Давай, прямо ему в башню, 54. Он на меня целится. Он целится на меня, наверное. А может быть и нет. Так, этот братик... Ой-ой, вот это, кстати, правильная тактика. Ездить. Тактика... Ой-о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 й
девочки, йоу-йоу-йоу-йоу, я, пожалуй, немножко, да, я немножко переоценил свои возможности, я буду с этим вот чисто вести драку, бой. Так, 48, есть, я откатил немножко назад, немножко сдал позиции, это хорошо, теперь меня так легко не выйдет, я реально один,
Ну ладно, не один, кто стоял так впереди. Давай, вот это... Это не я убил, блин, не успел пушкой навестись. В снайперском режиме проще целиться, но это я в курсе, да, вот я поэтому только его и использую. Так, вот эту красику нельзя... Я не попал, йоу! Куда мы лезем, боже, то есть он меня не увидел, похоже, да? Я попал, а почему мне не показал, что я попал? 114 урона, вот у кого-то реально мощные пушки. Минус 47, да, вот оранжевый это мой урон по-любому, я запомнил. Давай по гусеницам тогда. 70, стоп, это не мой урон, 73. Не понял. 55. Куда мы лезем, брат? 47, брат. Не, брат. Есть пробитие, брат. Брат, вот так, да, брат. Вот так, брат. Вот так, на, 48. Последний противник. 2 против 1. Мы должны его победить. Готов, это мое убийство, и это, похоже, победка. Карта выглядит неплохо, кстати, красивая карта. Победа, все танки противника уничтожены. Ну ладно, ребят, думаю, на этом моменте я получаю достижение. Новое достижение First Blood. Первая кровь. Отличный бой купить премиум. Превосходная реклама премиум. Вообще, просто красавцы. Купить премиум. Это реально превосходная реклама премиума. Разрабы просто красавцы. О, статистика. Я даже не на последнем месте. То есть по урону я стою третий. Я на 400. Вынес один танк. Я ставлю лайк первому месту. Он, типа реально общительный игрок, помощник в бою. Результативный игрок. Реально красавец. Я поставил ему лайк. Во, слушайте, даже выгляжу неплохо. Ладно, ребята, думаю, на этом моменте видеоролик можно подводить к концу. Купите танк другой нации. Это я сделаю в следующем ролике на канале, ребят. А на этом моменте этот ролик подходит к концу. Сегодня у нас была вторая серия по World of Tanks. Ребят, прямо сейчас прошу вас взглянуть на привычку этого ролика и написать в комментариях оценочку. Я чисто ее сам делал, как вам нравится или нет. Напишите в комментариях, вообще кто-то досмотрел до этого момента ролик или же нет, тоже. Очень интересно узнать, пишите в комментариях, если досмотрели до конца. И не забывайте вступать в мою телегу, в мою группу ВКонтакте, подписываться на меня в ВКонтакте. Ну еще можете мне скинуть донат на наушники, потому что чем скорее я смогу купить наушники с микрофоном, тем скорее я смогу записывать ролики на ПК. Поэтому сделайте это, помогите мне, буду вам очень сильно благодарен. Ну а это все, с вами был я, The Top Gamer. Всем удачи и всем пока!